Всем большой привет! И это ролик про неудачи и потери. Грустно, я вам честно скажу, я действительно сильно расстроилась, но жизнь продолжается, и это все не так страшно. Итак, есть у меня вот такая лилия пурпурата, трилобео на стриата орла чейда. Очень красиво цвела. Вот сейчас появится фото. Да, вот такая красотка, цвела красиво, цвела пышно. Все было замечательно, ничего не предвещало беды. И потом я заметила, что задняя бульба высохла. И она высохла, знаете, вот не сверху, а снизу. И тогда почему-то я не сильно придала этому значение. Я ее срезала и как-то вот и на том все. А потом... Собственно, когда срезала, я заметила, что начала темнеть именно ризома. Я срезала ризому с запасом бульбы, и на срезе, сейчас покажу, мне на самом деле очень-очень за это обидно. Так, свет, вот ты ж тут поймай. Уже, наверное, не сильно видно, потому что высохло. Ну, вот вам видно, что есть такое колечко на ризоме темное. Когда был свежий срез, оно было вот этим вот темно-розовым, почти вишневым. И я поняла, что печалька, а резать дальше некуда, потому что вот растет новая бульба. Вот. Вот это та бульбочка, которая цвела, да? Так, и рядом, вот, ага, вот эта бульбочка у меня, собственно, у меня цвела, а вот эта цвела у девочки, у которой я покупала. И она тоже с новым ростиком, он там есть. Ох, сейчас неудобно подлазить. Я, честно говоря, так размечталась, что у меня вот будет два направления роста, и вот такая бедося случилась. И я решила, что... Блин, розовое кольцо уже и здесь появилось. Надо резать сильнее, потому что... Ну, какая разница, она и так погибнет. А так, может, из одной бульбы вычухаю. И вот я срезала. Срез был чистый. Немножко мне не понравилось. Внизу у корней было темненькое, но это связано с тем, что... Я уже сейчас успокоилась и понимаю, что оно связано с тем, что соприкасалось, видите-ка, опять с субстратом, и там немножко потемнело. И вот здесь уже срез подсох, он без розовых каемочек, все с ним хорошо. Была там такая точечка, я ее вроде как зачистила. Вот, кстати, новый ростик. Ой, я надеюсь, что она вычухается и разрастется. Тут, кстати, тоже ничего не видно. Вот, напухла ростовая почка. Вот, я очень надеюсь, что у меня получится вытянуть эту красоту из этой одной бульбы, и что не пошла зараза дальше в эту бульбу. Очень-очень на это надеюсь, но такова жизнь. А вот с этим чудом я не знаю, что делать. Я ее не сажаю, но я же жалостливая душа. Люблю цветы, люблю все живое, и я брызгаю корни, смачиваю их. И вы представляете, продолжает расти этот ростик, это новая молодая бульбочка. И вот я не знаю, вкладывать душу и надежду, хотя вот здесь есть вот это розовое, или не вкладывать, будет из этого толк или нет. Или я выращу еще одну полноценную бульбу, и оно все так же заразится и рано или поздно помрет. Ой, в общем, вопросов много, но выкидывать жалко. Так что пока. Пока поливаю, скажем так. Поливаю. Стоит она там отдельно в кашпо. Вот так вот. Так что да, вот такое бывает. Росла она у меня почти 2 года. Ничего не предвещало беды. И вот так вот это все проснулось. Ну что ж, надеюсь, по крайней мере, это будет отличный опыт. И я посмотрю, могу я или не могу. И посмотрю, насколько живучая эта зараза и насколько она искоренима или неискоренима. Вот так вот. Всем большое-большое спасибо за просмотр. Желаю вам вот таких случаев как можно меньше в вашей практике. Без них, к сожалению, не обойтись. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.